оставьте вазу! Это богемское стекло! Его нельзя трогать! На него можно только молиться! Не так, Катя, не так! А как же райспал? Надо любить свой труд. Труд облагораживает человека. Что такое домработница? Домработница — это своего рода директор домашнего хозяйства. Вы занимаете ответственный пост, Катя. В общем, вот так. Плохо у вас получается, Катя. Плохо, плохо. Я скоро вернусь. Без меня ничего не делайте. Только сходите за папиросами для Василия Никодимовича. Постирайте занавески, вымойте пол в кухне, купите все на обед, перетрясите коврики, почистите ножи и вилки. А потом, когда я вернусь, будете готовить обед под моим руководством.